Друзья, здравствуйте. Сегодня у нас рукоделие своеобразное. Постараюсь подклеить обивку стоек лобового стекла, которая отслоилась, и очень все это видно внутри. И, к сожалению, очень сильно видно снаружи. Что с одной, что с другой стороны. После того, как отщелкиваются верхние крепежи, два, здесь еще есть один крепеж, который необходимо провернуть на 90 градусов. И тогда он освободит накладку стойки. Вот он. Вставляется и прокручивается. Это когда будем ставить. И все. Дальше стойка вынимается. Вот специальный паз. И вот этот крепеж ставится под 90 градусов, вставляется сюда в паз и прокручивается. И тогда в этом положении все хозяйство устанавливается. Попробую подклеить, может получится. По инструкции необходимо оставить на 1-2 минуты. Посмотрим, останутся ли следы. Надо будет посмотреть, есть ли у меня очиститель обивки. Пока они сняты, может быть, и почистить их. Клей слегка проступил сквозь материал, но White Spirit и тряпочка делают чудеса. Вот на этой вообще очень сильно проступил. Попробую убрать. Ну вот, вроде получилось то, что хотел. Устанавливаем на место. Итак, друзья, неожиданно все получилось с первого раза. Сначала клей проступил сквозь материал, я очень расстроился, но чистая ветошь и White Spirit сразу же убрали с материала какое-либо присутствие клея, снаружи, естественно. Затем, когда все это дело подсохло, я взял губку, обыкновенное жидкое мыло, размылил до пены это мыло и протер стойки, тем самым освежив их вид. Сейчас стойки выглядят совсем по-другому.
Не так, как было. Ну, вот эти точки, я, конечно, не знаю, откуда они. Они здесь были. На этом косметические действия с машиной закончены. Легких-легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч!